При помощи этого видео вы узнаете о том, как решить технические сложности с вашей рекламной кампанией, с вашей рекламой, Google рекламе, с Google Ads. Если же вы понимаете, что у вас есть или предполагаете, что есть какая-то проблема, связанная с тем, как работает сам сервис Google рекламы, то вы можете обратиться в техподдержку. О том, как это сделать, я расскажу в этом видео. Для начала нужно проговорить то, что техподдержка Google рекламы, техподдержка Google Ads – это те люди, которые могут проверить, как работает их сервис, и, возможно, если у вас что-то там не получается открыть, посмотреть и так далее, они могут вам подсказать или дать ответ на вопрос. Но они не занимаются настройкой рекламной кампании за вас. То есть это не те люди, которые будут проверять ваши ключевые слова, вашей аудитории, стоимость вашего бюджета, вашу ставку и так далее. Они не будут ничего настраивать. Максимум, что они могут сделать, это подсказать, например, как включить определенный период времени, как посмотреть, чтобы отображалась статистика на нем. Например, вы смотрите не тот период статистики вашей и думаете, почему у вас нет показов объявлений, хотя их на самом деле очень много. Вам там подсказали, что нужно нажать сюда-то, переставить дату, и вот у вас другая статистика здесь, и она у вас есть. Вот такого плана вопроса техподдержка решить может. Кроме того, если, например, вы не знаете, как найти какие-то функции, опции, вам там тоже могут подсказать. Или еще подобные части. Например, у меня был такой момент времени, когда правила автоматизированной Google рекламы не работали, я обратилась в техподдержку, там, видимо, все исправили, и правила заработали. То есть бывают такие технические сбои, в принципе, вообще везде, в любом сервисе. Если вы подозреваете, что у вас есть такой, в принципе, можно обратиться и спросить. А теперь конкретно, куда нажимать, чтобы попасть в техподдержку? У нас есть наш канал на YouTube, и здесь есть кнопочка «Справка». В принципе, можно здесь посмотреть и выбрать что-нибудь из этого меню, например, «Справка» или «Инструкции». Часто можно нажать на «Справку» и по любому своему вопросу, например, «Автоматизированные правила», посмотреть, что здесь написано. То есть не обязательно писать техподдержку, тем более, что она может не работать круглосуточно, поэтому так, в принципе, иногда бывает удобнее и выгоднее. То есть можно нажать на инструкции, можно нажать на справку. А если же все-таки у нас какие-то сложности появились, нажимаем на «Свяжитесь с нами». И здесь появляется вот такое вот окно. Кстати, во время эпидемии техподдержка может работать медленнее, чем обычно. Имейте в виду, что вам могут ответить не прямо сразу. И еще скорость ответа может зависеть от того, какой вопрос вы ей задаете. То есть одно дело, когда вы задаете вопрос, который связан с тем, где, например, посмотреть какую-то информацию, а другое дело, что «исправьте, пожалуйста, у меня вот это вот не работает». Скорее всего, вопрос «исправьте» будет рассматриваться в первую очередь просто потому, что у человека должна работать реклама. А обучение человека пользоваться Google Ads, Google рекламой, это уже более такая второстепенная задача, что он уже настроил, уже у него как-то должно работать, и дальше как нам что-то посмотреть, это уже второе. И здесь нам нужно сделать, прописать свою проблему. Например, давайте решим автоматизированные правила. Давайте как включить. Нажимаем на «Дальше», и здесь нас просят уточнить, что больше всего подходит к моему вопросу. Отклоненное объявление, проверка объявлений, объявления отображаются, помощь с оптимизацией, как изменить платежный профиль и другое. Давайте помощь с оптимизацией. В принципе, оно самое близкое здесь. Настройки, они близки с оптимизацией. Следующий шаг. Здесь вам дадут справку, лучше всего вам ее почитать. Вполне возможно, что вы здесь уже решите свой вопрос, свою проблему. Если же вы поняли, что здесь в справке такое не прописано, если у вас, скорее всего, правда какая-то техническая проблема, ошибка, нажимаем на следующий шаг. И здесь есть два варианта. Нажать на чат и на электронную почту. Кстати, проверьте сначала язык. Возможно, у нас будет какой-то английский проставлен. Нажимаете вот сюда, и здесь вы можете его поменять на другой. Если есть синяя кнопка, значит, можно позвонить на таком языке по телефону. Если
кнопка такая вот белая, то позвонить не получится, если мы говорим про такую кнопку в виде телефонной трубки. Чат здесь много где доступен, но не везде. Если он синий, то он доступен, а вот электронная почта доступна в принципе везде. Выбираем нужный язык, русский у меня уже проставлен, и я могу выбрать чат. Нажму на чат, чат появится вот здесь, вот как обычно. То есть могу, в принципе, нажать на чат. Здесь мне нужно будет указать еще дополнительную информацию, то есть мое контактное лицо, имейл, когда обнаружена проблема, когда она закончилась. Если не закончилась, то, в принципе, последний день можно ставить. Указываем, как можно с нами связаться, телефон, электронная почта, либо только какой-то один из этих вариантов. Ставим дальше номер, указываем здесь начало нашего номера, дальше прописываем сам номер, уже оставшуюся часть без самого номера. Описываем здесь проблему, чем подробнее и конкретнее, тем лучше. Если есть какие-нибудь скриншоты, вставляем их сюда и нажимаем на отправить. В принципе, так у вас могут вам помочь, если вы заполните эту форму. То же самое у вас будет при выборе вашего ответа при помощи электронной почты. У вас будет, в принципе, такая же форма, которую вам нужно будет заполнить. И если по вашему вопросу можно как-то ответить при помощи чата, в конце концов у вас здесь в Google рекламе появится чат, где вы можете поговорить со специалистом. Домашнее задание может быть такое. Вы можете один раз, допустимо будет, один раз вы можете обратиться в техническую поддержку просто для того, чтобы ее протестировать. Ну, представьте, например, что у вас не отображается, предположим, статистика вашего рекламного аккаунта за весь промежуток времени, и вы не знаете, как это сделать. Напишите в техподдержку, что вы не знаете, как посмотреть, и пусть она вам скажет, что вам нужно изменить диапазон дат, и скажет, как это сделать прямо в чате. Имейте в виду, что один раз такое сделать можно, но на постоянной основе писать какие-то спамные вопросы, либо спрашивать одно и то же у техподдержки крайне нежелательно, просто потому, что в конечном итоге вас в какой-то раз могут забанить за то, что вы отвлекаете людей от работы. То есть есть люди, у которых правда проблемы, а если вы пытаетесь решить какие-то одни и те же проблемы, либо вы просто там занимаетесь каким-то спамом, вы указали, что у вас это какая-то проблема, а в чате вы просто какие-то не связанные между собой предложения и вопросы шлете, имейте в виду, что техподдержка — это серьезные люди, и с серьезными людьми нужно работать серьезно, потому что они все-таки работают в это время. Вы тоже, по идее, в это время должны работать, а не заниматься непонятно чем. В принципе, вы можете протестировать техподдержку, сделайте это и можете приходить к следующему видеоролику. Если вы считаете, что вам это в принципе не нужно, и вы так уже все поняли, хорошо, можете этого не делать. Самое главное, чтобы в случае чего вы могли быстро сориентироваться, куда нажать, где что почитать, куда к кому обратиться, чтобы вам быстро, насколько это можно, помогли решить проблему или хотя бы вы могли решить эту проблему самостоятельно. Выполнить домашнее задание, либо можете его пропустить, если вы считаете, что вам это не необходимо, и переходите к просмотру следующего видео.